Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, работаю визажистом уже 25 лет. Вот буквально недавно мне исполнилось 49 лет, и буквально недавно я проводила мини-курс по бровям и учила женщин, как делать красивые брови с какими ошибками я столкнулась. Ну, в принципе, для меня это не ново, все понятно, но просто хотелось в этом видео еще раз вам рассказать, какие же ошибки делают девушки, женщины вообще неважно какой возраст, и эти ошибки приводят к тому, что у вас есть идея, может быть, надо сделать уже блефоропластику, может быть, надо как-то нос поменять, может, надо где-то что-то вколоть, подтянуть, и все это из-за бровей. Брови, ну вот реально играют такую колоссальную роль, они каркас лица. Правильные брови ⁇ это сразу лифтинг всего. Поэтому нужно понять, где вы делаете ошибку, ее исправить и сразу увидеть, о, оказывается, я молодая и красивая. Первая ошибка – неправильный подбор по цвету. По цвету или у вас очень рыжий карандаш по отношению к вашему цвету волос. Вы может быть блондинка, вы может быть русая или брюнетка, но, допустим, у вас цвет волос холодного подтона, а брови из-за, например, карандаша, они у вас как будто бы с рыжиной, и это дает большую такую дисгармонию. Другой вариант, когда, неважно, опять же, вы русая, брюнетка или блондинка, брови очень черные. Вот в данном случае, например, у меня цвет волос, они не черные, такие больше каштановые. И я сама лично не пользуюсь черными карандашами. Но как только вы возьмете карандаш, который по отношению к вашему цвету волос смотрится более черный, то брови смотрятся очень грубо, даже если красивая линия. Вот вроде бы, да, мне может быть подходит, но все равно вы видите, какая разница. Даже вот эта рыжая, она кажется вроде бы даже и неплохо. Следующая ошибка – это очень широкое начало. Я уже не говорю о том, что достаточно часто бывает делают грубое начало, Грубое начало – это когда вот это место не растушевано, а четко прорисовано. Сразу фокус внимания в эту зону. Вот эта линия, она у меня как бы правильная по форме. Вот это вроде бы и начало похоже, да, и пик там, где надо, и хвостик. Но при этом получается, что вот эта зона, она очень широкая. И потом от пика идет вот такой тонюсенький хвостик. В итоге, что мы видим? В целом будет смотреться вот эта часть более выразительная. Фокус внимания, если они еще две, да, будут одинаковы, естественно. будет эти вот сюда. Вот этот хвостик, он практически не читается, потому что он очень тоненький. Соответственно, вот эта часть века увеличивается, и в итоге получается вот такое злое лицо с отечными веками. Красиво? Нет. Этот вариант, как я уже сказала, это когда вот это вот место оно четко прорисовано но да вроде бровь правильно но если здесь мы сделаем вот такой вот э, графичный рисунок с уголками то даже при правильной форме фокус внимания уйдет вот сюда если у вас есть межбровная морщинка если есть какие-то особенности зоны вокруг глаз то такие брови они как раз еще больше будут усиливать фокус внимания в этой зоне, а это зона молодости, поэтому ее перегружать никак нельзя. Еще один вариант неправильной формы, когда начало поуже, а дальше бровь она идет пошире и хвостик опять узенький. Ну то есть вроде здесь узенько, здесь узенько, но не замечает, что именно там, где изгиб и, и пик вот эта зона, она смотрится более тяжелой. И это за счет того, что вот нижнюю линию делают такую спрямленную. Бровь становится более мужская, тяжелая. Если она еще и широкая, то в итоге получается, что тяжелая бровь опять же смотрится как нависающая и усиливает Опять подбровное пространство. Глаза могут казаться более опущенные, века более нависшие. То есть в этом случае за счет того, что вот этот пик, ой, хвостик не читается, увеличивается вот это пространство, и оно большое. А здесь за счет того, что бровь тяжелая, сокращается вот это пространство. Поэтому между бровью и глазом маленький промежуток, который создает эффект опять же нависшего века. И так, и так будет нависшее. Еще один вариант такая, когда брови тоненькие, ну бурная молодость перещипала, бывает, да, встречается такое. А, ну тут еще такая ошибка. Смотрите, что когда хочется брови приподнять, мне кажется, что они очень низкие, надо сделать их выше. И ошибка, что начинают выщипывать именно там, где брови самые широкие в начале приподнимать вот эту зону если здесь приподнять то автоматически вот это опускается и в конце концов брови получается печальные то есть это неправильное выщипанное а для того чтобы здесь делать повыше наоборот здесь нужно опускать другой вариант когда бровь ну вроде бы как бы неплохая но она короткая, очень короткий хвостик и начало тоже или перевыщипано, Бывает, что просто не растут сами по себе такие. И в итоге брови она смотрится коротенькая за счет вот этой короткой линии сразу же и глаз укорачивается. Если еще сделан макияж глаз неправильно, то получается маленькие брови, маленькие глаза. А когда в этой зоне нет акцента, фокус внимания всегда автоматически будет переходить на другую, более выразительную часть лица. Что это? Это могут быть носогубные складки, они как будто бы становятся ярче. Это может быть зона под глазами, это может быть там и так далее. То есть если здесь нету каркаса, то фокус внимания сразу смещается на другие, более масштабные по размеру зоны. Например, носогубная складка больше, чем линия бровей. Или на более выразительные по а, цвету или по форме. Например, брыли побольше по отношению к бровям, и если макияж глаз не сделан, сделан неправильно. А здесь еще какая может быть особенность? Когда бровь короткая, очень часто девушки как раз боятся очень сильно увеличивать глаза. Ну, даже не сильно, даже просто увеличивать. И в итоге получается, что вот эта часть как бы куцая, глаза небольшие, а эта часть больше, например. И она тогда становится главнее. Или здесь нормально, но вот эта зона, она длиннее, она становится главнее, чем вот это Или есть и какие-то другие моменты, например, там, пигментация да, там и так далее. Поэтому наша задача сделать так, чтобы фокус внимания, красивые линии начинался в верхней части лица и создавал нужную нам динамику. То есть, чтобы бровь как раз создавала лифтинг-эффект. И под эту линию Остальные линии они как бы подстраиваются, поэтому лицо смотрится подтянутым. И я миллион раз говорила про то, что нужно со временем, особенно если у вас изменился овал лица, изменить пик брови, пик и изгиб. Пик это вот эта верхняя точка, а изгиб это нижняя. И вот тут тоже очень часто бывает такая ошибка, что пик находится здесь, а изгиб здесь. Распространенную, постоянно это исправляю. Поэтому, когда у нас меняется лицо, когда мы хотим создать эффект лифтинга, и если вдруг мы поправились, и вот эта часть лица у нас стала более выразительная, нам нужно вот этот изгиб и пик сместить и делать брови не по классике. А вот этот изгиб и пик должны находиться на уровне внешнего уголка глаза вот здесь. Тогда это даст эффект лифтинга. Да, брови бывают перещипанные, а брови бывают просто от природы не густые. Вот у меня мои родные не густые брови. Сейчас будем делать правильную форму. Какая еще распространенная ошибка? А вот тут надо на это особо обратить внимание. Запомните, пожалуйста, если у вас кожа имеет какие-то неровности например пигментация поры и вот сам рельеф он как бы не такой вот безупречный гладкий то тогда таким девушкам как правило лучше брови делать более мягкие растушеванные если у вас кожа гладкая это, как правило, характерно для яркого колорита, глубокого колорита. Но это уже другая тема. Это тема цвета колоритов. У меня скоро будет курс по эту тему. Вот. То тогда вы можете носить графичные брови. Графичные брови – это те, которые четко прорисованы. Если вы в целом такая у вас внешность мягкая, то лучше и рисунок бровей сделать имитация естественного роста, без какой-то вот такой восточной графики. Это важно. Тогда ваше лицо будет смотреться более красивым и благородным. Если вы восточная девушка, если у вас гладкая кожа, я имею в виду в данном случае по фактуре и по цвету, это важно, то тогда в вашем случае более такие четкие брови могут смотреться очень даже красиво. И вот здесь аккуратно с перманентом. Перманент всегда, как правило, смотрится более графичный. Особенно раньше такую технику э, очень часто использовали мастера. Сейчас уже есть другие технологии, которые позволяют сделать как раз эффект растушеванной брови, которая не смотрится слишком жестко по своей линии. Я на бровях, можно сказать, уже собаку съела. Хотя нет, собаку я не ела. Вон она лежит у меня тут спит, значит карандаши бывают разные, а, вообще в принципе очень много разных средств для бровей, есть которые дают как раз такой достаточно мягкий рисунок, это как правило такие а, карандаши пудровые или твердые, вот есть разница между карандашами, которые в магазине, когда вы для чертения покупаете, мягкие там ММ, а есть твердые ТТ, также и в бровях есть мягкие карандаши, есть твердые, Твердые карандаши, они чаще всего пудровые. Им, ими очень легко прорисовать линию, чтобы не нарисовать лишнее. Это, во-первых, и они как будто бы сразу создают вот эту вот мягкость. Тут, конечно, очень важно выбрать цвет бровей, особенно точнее цвет карандаша, так чтобы у вас а, по теплоте или холод... Ой, не по теплоте, извините, по температуре они были одинаковые. Что это значит? Например, у вас корни волос холодные, вы можете выбрать карандаш холодного цвета, чтобы было вот это соединение по цветовой композиции. Если у вас в волосах присутствуют какие-то теплые элементы, и они выражены, то тогда вы можете выбрать карандаш, который будет похож на какой-то вот оттенок волос, особенно там, где, например, они подлиннее. Но вот тут вот очень важно, старайтесь все-таки ориентироваться по температуре больше на свой природный цвет волос. Это важно. Вот я прорисовала брови. Видите, такое впечатление, как будто бы я это сделала тенями вот рисунок становится мягкий вот если вам нужно сделать э, брови при этом чтобы не смотрелось как-то грубо жестко то тогда выбирайте вот такие карандаши в данном случае это у меня карандаш шаманли про номер э, ну, цвет мускат вот он твердый и видите я даже когда рисую он как будто бы так шу -шу -шу еще делает и получается вот естественная красивая форма он, кстати очень хорошо держится так а теперь я хочу графичные брови. Я могу также карандашом или для этой задачи есть другой замечательный продукт. Это, например, фломастер для бровей. Это у меня диваш номер, номер 03 фломастер будет рисовать более четкую линию графичную тоже будет красиво в данном случае я люблю графичные брови потому что как раз у меня кожа гладкая ровная и я девушка восточная это характерно для яркого колорита яркого глубокого поэтому прорисовывая фломастером можно сделать во-первых стойкий эффект и конечно же более четкую линию. Можно и с имитацию волосков, но в данном случае я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту вот некую как бы мягкость и резкость, потому что это очень сильно отражается на общем восприятии лица. И тут вы должны для себя понять, что вам нужно. Когда хотим сделать образ более такой миловидный не агрессивный то тогда делаем мягче начало и сам рисунок бровей он такой как бы растушеванный можно сказать как пудровый как только хочется какой-то яркости динамики то тогда мы можем добавить четкости и четкость в линии бровей она сразу Вообще, в целом лицо делает таким более, ну, в какой-то степени и динамичным, и э, агрессивным на самом деле. Это тоже есть в этом доля правды. Поэтому, если вы делаете брови достаточно графичные, позаботьтесь, чтобы у вас линия была хотя бы мягкая. Мягкая линия – это не прорисовывайте очень острый угол. Как только есть острый угол, это сразу может усилить остроту лица. В каком плане? Может быть сразу жестче смотреться на согубные складки или вот эта зона. То есть вот эта угловатость немножко дает такую стервозность и жесткость. Поэтому вот тут вот с бровями просто брови, но они могут дать вот такой характер, как бы злой женщины и возрастной, или миловидной и молодой. От этого а, мы и отталкиваемся. Что же я хочу? А, Итак, и те, и те брови, в общем-то, в данном случае у меня хороши, но есть разница. Разница в четкости. В данном случае у меня еще тут цвет не очень добавлен. Если я сейчас еще чуть-чуть сделаю потемнее, но при этом, посмотрите, пик, он мягкий. То есть не делаем прежних ошибок, которые я только что а, показывала. Вот. Видите? И ширина. Все-таки лучше золотую середину. Но ну, не надо делать безумно широкие брови, потому что они могут увеличить нос, они могут опустить вообще лицо и сделать тяжелым нижнюю часть лица. Потому что когда очень широкие, тем более еще прямые брови, то тогда они создают другую как бы иллюзию. Они усиливают низ лица. То есть если есть, например, брили или лицо имеет а, скулы, вы хотели бы сделать их более деликатными, не делайте широкие прямые брови, потому что это дублирование вот этой горизонтали. И лицо смотрится автоматически более тяжелым. Поэтому золотая середина – это самое лучшее, чтобы они были не очень тонкие, чтобы не было отсутствия бровей, и чтобы они не были слишком широкие. Не должны быть они слишком вздернутые и не должны, не должны быть слишком прямые. Даже прямые брови можно сделать капельку, легкий деликатный изгиб и это сразу дает эффект как бы вот такого такого открытого лица глаза увеличиваются лицо смотрится миловидным и это как раз и дает мягкость другим а, чертам нашего лица. Это носогубные складки, вот эта зона. Лицо смотрится как будто бы помелее. То есть мы этой линии отвлекаем внимание и задаем другой характер. Поэтому вот это сделать более незаметным с помощью уже консилеров, тонального средства будет значительно проще. Вот такие вот рекомендации. Я надеюсь, это было полезное видео. Поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, чтобы вы еще хотели бы у Слышать на моем канале. Спасибо за внимание и до новых встреч.